Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном мире согласно своему эфирному коду ДНК. У него на ногах оковы и вокруг головы свет какой-то. Хорошо. Так будем поднимать, да? Угу. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Станислава в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Станислава поднимайся в комнаты диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Станислава. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Готов, он показывает на голову, там у него устройство. В голове, да? Давай посмотрим, что там выглядит. Ты говорила, внизу у него гири. Оковы и гири. Даю команду на счет 3, оковы и гири полностью отключается. Сканер помогает, выводит все сопутствующие подключки на чистоте оков и гирь. Все это выходит и отправляется в клетку-тюрьму. На руках тоже. И на руках, полностью по телу, на этой чистоте. Да, есть. Хорошо. Что там над головой? Ну, у него в виде шапки только полосками лоб и через голову идет металлический, от них свет идет. Хорошо, силой моего намерения, включая внутренний белый свет Станислава, 1, 2, 3, этим светом выдавливаю полностью все эти энергии, находясь на чистоте этой шапки, энергетической над головой, 1, 2, 3, вместе с шапкой все это идет в клетку-тюрьму. Конструкция как вкручена в него. Конструкция отправляется в клетку-тюрьму. Конструкция отдельно от шапки или это вместе с шапкой? Вместе. Но она конструкция в виде шапки. Она понял, не полностью закрывает, а как полосками. Эти полоски там внизу за ушами прикручены. Хорошо. По затылку внизу только. Убираем. Ждем, пока это все выведется и уйдет в клетку-тюрьму. По телу она у него тоже есть. Отключаю. Она его сковывает. Готово. В клетке? Да. Отлично. Хорошо. Я даю команду. Так лучше, Станислав? Да, уже легче. Сейчас будем разбираться. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Станислава под ногами. 360 градусов вокруг него. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Станислава. Находит все. Тонкая копия, осознанная у него. Он говорит, сам бы не смог от них избавиться. Ну, дошли до нас, значит, все нормально. Значит, достучался, да, куратор. Да, рад, что здесь. Достучался куратор, да. Но у него канал сразу выстраивается кирем. Это давай. Демон. Какой? 13 на 14 он переходит, прыгает цифра. Угу. Если дойдет после нашей встречи сегодня. И дальше кто еще притянулся? Суккуб есть. Суккуб. Гуманоид конструкции. Притянулся? Да. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Если он с кем-то связан, выстраиваются каналы к другим ответственным, притягивая всех ответственных в клетку, тюрьму. Да, будет так, и так и есть. Нет, он один. И есть еще дракон красный. Считай цифру красного дракона над головой. 37-18. Хорошо. Еще у него две головы. Две головы, да? Да, 546 вторая. Первая, хорошо, 546 вторая, понял. Откуда гуманоид? Я с Ориона. И сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. Сколько находится красный дракон в этом биополе? 2,5. Сколько находится суккуб в этом биополе? 10 месяцев. И сколько находится демон в этом биополе? Он говорит, что я здесь по просьбе. Демон, я тебя сразу предупреждаю, в этой комнате диагностики есть правила. Я задаю 3 раза вопросы. После 3-го вопроса или ответа, идиотские ответы, я открываю портал в галактическое ядро, и ты уходишь на переработку. Без вариантов. Ведь первый ответ у тебя уже был. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Год и 2 месяца. Хорошо, будем разбираться со всеми.
по очереди. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Станислава спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Получить от них возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. Идет в конструкцию и шапку, в конструкцию оковы. Подожди, мне демон притягивает, я не вижу пока выше. Он не год и два месяца. Он 12 лет. Но это выходил. 12 лет. А почему? Он выходил и заходил. Последний он плотно год и два месяца же сидит, но до этого 12 он гири он оставил 12 лет. Хорошо, будем разбираться. Наращивал он их. Идет к ним реверс, Вера? Тяжесть идет, да. Усилие все в 100 раз. Станислав, сил хватает помочь? Хватает, хватает. Отлично. Как вам эта команда веселая, которая у вас сидела? Говорит, да чувствовал я ее. Просто как избавиться не знал. Мало информации на Земле. Пока биоробота расшевелишь, это направишь верно. В нужное русло. И если бы это русло еще правильное было. Вот это проблема. У нас очень много ложной информации на Земле, и, соответственно, к нам люди приходят. Я имею в виду найти тот, кто действительно вытащит. К нам люди приходят после 5 чисток. 5 разных людей, потому что мне кажется, что с них ничего не убрали. Или все вернулось. Мы проверяем, действительно, по 5, по 7 лет сидят сущности. Все меняется в этой отрасли, поэтому работаем дальше. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Станислав забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Что из оков ему возвращается легкость и радость. А из конструкции, значит, он защищал как мог частички ДНК и души. Воровал он их? Гуманоид. А значит, частички души он защищал, а вот ДНК есть, да, возвращается. Хорошо. Итак, гуманоид, вернемся к тебе. На каком основании ты находишься в этом биополе, на каком основании ты воруешь биоматериал чужого человека, частички ДНК, частички его души? Копию сделать хотел. Да. А кто тебе разрешал это делать? Объясни мне. У тебя есть согласие его? Нет. Ты просто так зашел? У нас это называется беспредел. Во сне. Ну, правильно, ты пришел обманом. Кем ты предстал перед ним? Другом. Это другом был интересный сон. Понятно. Которым я был его другом. Что ты предложил? Так развитие и предложил. Ну, и как ты его развил за этот год и два месяца? 4 года. Никак? Никак. Я делал свое дело. Хорошо. А мы делаем свое дело. И как покорял ты считаешь? Его. Понятно, понятно. Ты покоритель, значит, у нас тут и считаешь нас за муравьев земных, над которыми можно проводить эксперименты, правильно? Не всегда. Например, сейчас я в клетке. Нет, это я не это имел в виду. Я тебе хотел одну вещь показать. Это еще не конец нашего разговора. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. И вот твоя плата за сегодняшний визит. Вот это проблема. Не то, что ты в клетке, а вот это то, что у меня сейчас в руках. Просканируй, гуманоид. Я намерен, если Станислав захочет это, передать тебе этот шар на добрые воспоминания про историю о муравьях и жалких человечешках. А я не сказала о муравьях, я сказала, хорошо, что мы на равных. То мы атакуем, не. То вы атакуете. Сейчас хорошо. Я нахожусь не в самой лучшей позиции. Это единственное логическое, что ты можешь сейчас сказать. Убирай этот шар, входит в меня. Мы еще вернемся к этому разговору в конце сеанса. Реверс закончился. Отлично. Красный дракон. Ты должен объяснить свое присутствие сейчас в этой клетке. То, что ты обучал вторую голову, это мне понятно. Что ты воровал, как ты воздействовал, сколько процентов энергии ты у него забирал себе через свои платы. Сердечную чакру воспламенял и тушил. И душил? Тушил. Делал то холодным, то ярким. А почему ты думаешь, что это хорошо для его самочувствия было?
Почему ты думаешь? Поделала дисбаланс в его настроении. То холодный, то очень пламенный. Дисбаланс, вот это слово мне нравится. Дисбаланс. А на каком основании ты это делал? Вот есть контракт с ним? Или ты такой же преступник, как гуманоид? У тебя уже стоит клеймо на твоем? Контракта нет. А клеймо у тебя стоит на хвосте уже или еще нет? Нет. Видишь, как хорошо. Еще сколько возможностей у тебя открыто. Контракта у тебя нет. Значит, таким образом ты вошел в его биополе насилием, без его согласия и обманом. В моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Включая на полную мощность. Но он просит, убери. Хорошо. Убираю эту печать, выключаю. И что ты понял из этого? Дракон красный. Вот урок для твоей... Я задержался. Да, ты задержался. А как ты собираешься компенсировать этот вред, который ты нанес его биопулю за 2,5 года? Что ты ему можешь предложить? Я уберу, что установил, слово дракона. Это я по-любому уберу и без тебя, и слово дракона я от тебя получу, если ты останешься в конце сеанса еще жив. Потому что Станислав хозяин своего биопуля. Все, кто здесь находится, его заложники. Он имеет полное право уничтожить любого интерферента в своем биопуле. И вы об этом знаете все. Начинаем с суккуба. Суккуб, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в этом биопуле. Отключайся полностью, не делай глупости, если ты не хочешь, чтобы с тобой повторилось, что с этими сейчас происходит. Он говорит, что ты злой, а вот он добрый. Кто говорит? Суккуб. Ну, с твоей точки зрения, да. Согласен. У него на шее как галстук, за который он его притягивал. Понятно. Кожаный такой, как... Ну, оно не удавка, оно шире, не душное. Хорошо. Кто его привел? Демон, ты его привел? Или он сам пришел? Он сам пришел. Он все снял. Хорошо. Дракон, выходи. Отключай полностью все свои платы, забирай все свои энергии, ничего не забывая, приступай. Возвращайся в клетку тюрьмы и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то оставит что-то, то он по каналам сгорит. Я вас предупредил. Значит, у него плата в сердечной чакре и как такие как отростки идут, подключки, вернее, в голосовой чакре. Расскажи. Повышал голос он иногда. Он повышал голос. Хорошо. Значит, ты был еще... Плески у него были такие. Как хорошо. Он сказал, воспламенял, потом тушил. А еще что делал? Или это твоя специализация была только воспламенять и тушить? Только это он показывает, как тумблер поднимал и потом... Крутит у него. Как человек себя ощущал? От нуля до ста, например. Там холодно, здесь горячее. Понятно. Эмоциями руководил. Готово. Хорошо. Так, демон. На каком основании ты находишься в этом биополе? Ты сказал, тебя попросили. Я тебя слушаю. Кто тебя попросил? Он попросил. Он попросил тебя? Да. Через алкоголь нам было весело с ним. Он закончился алкоголем давно. У тебя что, контракт с ним есть, ты хочешь сказать? Я сейчас проверю. Заключали. Есть контракт? Хочет уйти, он соскочить. Ну и чего ты его не отпускаешь? Гири наращиваю, вернуть хочу. Хорошо, значит, ты останешься чуть подольше здесь. Выходи сейчас, снимай полностью все, что осталось. Еще что-то осталось, демон, посмотри. Кроме этих гирь и оков, которые я убрал. Энергии твои есть там? Нет, все вышло. И гири сейчас, они как пепел, когда энергии вернулись. Хорошо, под гирями открывается этими оковами. Портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, суккуб убрал, демон убрал. Гуманоид, проверь. У тебя что-то осталось на твоей чистоте? Что мы еще не вывели? Фантом остался. Фантом остался. Хорошо, даю команду. На 4 этот фантом выходит, отключается полностью, зависает перед Станиславом. Готово.
Открывается путь этим фантомом портал в галактическое ядро. Фантом уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. У кого еще есть контракт с Станиславом? Спрашивай сразу. Ни у кого. Кто присутствует в квартире Станислава из присутствующих? Никто. Хорошо, красный дракон. Я жду слова красного дракона. Ты понял, о чем мы сегодня с тобой разговаривали? Даю слово красного дракона. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. И покидает матрицу. Он принес... Да. Голограмму. Ты отдаешь ему? Нет, под голограммой открывается портал в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Дракон уходит на свою чистоту. Готово. Хорошо, поехали дальше. Суккуб, ты готов уходить? Готов. Хочешь со мной еще раз встретиться? Вот если мы с тобой второй раз встретимся, ты никуда уже не уйдешь. Ты это понял? У него свои мысли по поводу встретиться. Он крутит хвостом. Да. И у него такой какой-то, как дрожь через него неприятное проходит. А, понятно, да, хорошо. Итак, ты ему противен. Я ему противен. Так вот я тебе скажу, если Станислав мне скажет его проверить, я через 10 минут вытащу тебя. И тогда ты пожалеешь, что ты вообще родился. Понятно тебе? Он говорит, что он на желание приходит. Хорошо. Не могу отказать. Понятно. Хорошо, я тебе не смогу тоже отказать, если я тебя увижу. Готов уходить? Когда меня зовут, я прихожу. Ну, хорошо. Мы передали готов. Станиславу. Станислав, вы слышали то, что сказал Суккуб, да? Не зовите его, он и не придет. Слышал. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Суккуба. Суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, у нас остался, значит, демон и гуманоид. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я прошу тебя, приветствую. Тебя посмотри, пожалуйста, посмотри, гуманоид Ориона 4 года с конструкцией ДНК воровал. Хотел копии сделать. Заберем, проверим. Хорошо. Может, и сделал копию. Может, уже и сделал. Уничтожайте конструкции. Под конструкцией открывается портал галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Гуманоиды тоже приняли. Хорошо, гуманоиды забрали. У нас остался один демон, да? Да. Хорошо, демон, ты сказал, что там есть контракт. Тогда мы сразу перейдем к контракту. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Станислав должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активные, подсвечиваются. Вышли, подсвечивается контракт с демоном. Хорошо. Вот этот контракт, Станислав, который вы заключили с демоном. Неосознанно. Вы готовы его аннулировать? А значит, контракт показывает, что демон пытался сделать его жизнь бессмысленной. Тащил в алкоголь, и только это имело смысл. Он его таким путем хотел настроить себе вниз, чтобы руководить им полностью. Ну, и чем это закончилось для демона? Неудачей. Я еще не знаю. Дело в том, что Станислав здесь тот, кто принимает решение. Я спрошу после аннулирования контракта, как хочет с тобой поступить Станислав. Если он скажет тебе уничтожить демона, как ты думаешь, что я сделаю? А че этот мне уничтожить? Сам контракт заключил. Ну вот я и уточняю. Я же не суккуб его насиловать. Понятно. Ну тоже контракт логика. Контракт ты видишь. Контракт я вижу. А Станиславу известно, что он контракт заключал с демоном? Тонкой копией известно. Тонкой копии известно. Хорошо, в этом случае, Станислав, тонкая вот так копия боролась. Воспринимайте это как опыт в своей жизни. Итак, переходим к аннулированию контракта. Станислав, готов расторгнуть все контракты? Готов. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я могу распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Смысл. Смысл жизни возвращает в виде энергии.
Вот так вот. Уверенность, спокойствие. Готово. Открывается портал «Галактическое ядро». Все аннулированные контракты уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, демон. На каком основании ты находишься сейчас, здесь? У тебя есть контракты, договора? Сейчас нет. Хорошо. Ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя, став огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Пройдемся. Теперь уберем эмоциональные фантомы. Выходит эмоциональный фантом Станислава. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Он, знаешь, как выдыхает и расслабляет тела, и они как спайки с него выходят. Он все это скапливал и себе хранил. И это как сжимало его тело такими небольшими точками в разных местах. Хорошо. Он все выпустил. Хорошо, Станислав. Это все, которое, что вы сами произвели. Вы готовы это, от этого избавиться, скинуть галактическое ядро? Готов. Открывается портал в галактическое ядро, эти энергии уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо, Станислав, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую, отлично. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем его приглашать в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Станислава. А женщина? Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Станислава. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую и благодарю за эту встречу. Мое имя Магда. Магда. Приветствуем вас, Магда. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит ваш подопечный Станислав. Мы сегодня проводили его чистку, убрали все, что было лишнее в его биополе, аннулировали контракты. И остались у нас 10 вопросов, которые он хотел задать к своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемая Магда, ответить на эти вопросы? Приветствую, Станислава, и я рада встрече. На вопросы отвечу. Думаю, что он сам знает ответы на многие своих вопросов. Хорошо, можем начинать? Конечно. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа? Созвездие Лира. Мы лирианцы. Созвездие Лира. Мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Именно об этом вопросе я говорила. Замечательно. Идем дальше. Он уже знает, кто он. Идем дальше. Второй вопрос. Мое предназначение в этом воплощении. О, это очень обширный вопрос. Как вы знаете, мы спускаемся на разные объекты в получение опыта души, наполняя свою душу различным опытом и продвигаясь по пути осознанности. Иногда бывает опыт негативный, иногда позитивный, иногда это просто опыт, который мы скапливаем и делаем выводы. Жизнь на Земле, как вы знаете, ограничена, я имею в виду в знаниях и измерениях. Вы больше живете чувствами и эмоциями, инстинктами. Время, в которое вы живете, очень интересно, так как открывается и предоставляется много информации. Очень много информации. Души, которые проходят опыт на Земле сейчас, вовлечены все в процесс эволюции Земли и связи с космическими объектами,
Вы все слышите определенный зов. Все, я имею в виду тот, кто достиг определенных вибраций осознанности. Точно так же, Станислав. Земля — это объект, на котором душа Станислава проходит определенный опыт, получает, я бы сказала, разрывает границы третьего измерения. Главное на Земле прожить, как вы это говорите, по совести. Будете так жить, будете идти правильной дорогой, а значит, проходить тот опыт, за которым вы здесь, на Земле. Замечательный ответ, особенно в эти времена на Земле. Я благодарю вас, уважаемая Магда. Вы хотели еще что-то добавить или можем переходить дальше? Я бы хотела поправить тебя. Что значит особенно эти времена? У нас идут войны. Войны идут всегда. Есть времена на Земле, которые не видели войн. В принципе, не было. Но с другой стороны, с нами мы имеем дело с техногенными цивилизациями, которые очень сильно воздействуют на всегда людей. Были цивилизации на Земле. То есть вы считаете это ничего нового? Это абсолютно нормальный факт, да? Это абсолютно нормальный факт. Люди, души, живущие на Земле сейчас, готовы к этой информации. Понятно. Благодарю вас за это разъяснение. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. Третий вопрос. Мы опять-таки в теме воплощения. Какое это воплощение по счету? Это 11-е воплощение на планете Земля. Благодарю вас. Четвертый вопрос, если вы уже в хрониках. Сколько лет душе? 24 тысячи лет. Благодарю вас. Переходим к пятому вопросу. Что я должен знать о себе для своего развития, для нахождения гармонии? Я думаю, что сегодняшний день даст новую страницу и точку отчета твоему пребыванию на Земле. Первое – это знание, откуда ты, и умение представлять лирианские энергии и управлять ими, визуализируя, наполняясь. Это даст гармонию и знания внутри тебя. С этим знанием ты можешь спокойно справляться с негативом и каждодневной рутиной, зная внутри, кто ты и что ты это можешь. А также с потоком негативной информации. Да, я лишь хочу сказать тебе, что это именно то, что поменялось на сегодняшний день. Души могут понимать, кто они, и управлять этим, выживая в потоке информации. Раньше такого не было. Это то, о чем я говорила. Можем продвигаться дальше, уважаемая Магда? Конечно. Да, благодарю вас. Идем к следующему вопросу. Это шестой. На каком уровне находится мое высшее «Я»? 12-й уровень высшего «Я». Благодарю вас. Седьмой вопрос. Правильным ли путем я иду в этом воплощении? Это обширный вопрос, и я не могу тебе ответить правильным и неправильным. В целом ты идешь правильным путем, но есть вещи, которые тормозят тебя, заводят в другие, скажем, переулки твоего пути. Я лишь хочу сказать, что ты мог бы быстрее продвигаться, если бы сомнения не тянули тебя назад, не тормозили тебя. Но с другой стороны, делать что-то сгоряча, можно быстро сгореть. Холодный ум и разумное мышление помогут тебе продвигаться в правильном направлении при правильной скорости. Благодарю. Благодарю вас. Ну, тут стоит еще, наверное, заметить еще то, что интерферентов у него было много, которые как раз помогали ему понижать эти вибрации и водить его по этим закоулкам. Это, безусловно, трудно. Сейчас их нет, сейчас у него дверь открыта. Я надеюсь, сейчас Станислав сможет найти правильное решение в дальнейшей своей жизни. Я перехожу к следующему вопросу. Извини, я бы хотела Пожалуйста. Добавить. Прошу вас.
Как я уже сказала, чрезмерная радость может привести к быстрому сгоранию. Поэтому сегодняшняя встреча – это лишь точка отсчета к знаниям. Знаний достаточно на Земле. Выбери те, которые по душе тебе, и продвигайся. Сердце подскажет, как у нас правильно говорят. Благодарю тебя. Я благодарю вас, Магда. Переходим к 8-му вопросу. Сколько негативной энергии я уже накопил? 23%. 9-й вопрос. Как я могу приносить пользу людям на планете и планете? Пользу людям и планете можно приносить, лишь понимая себя, принимая, развивая. То, как ты развиваешь себя, в какую сторону, как ты относишься к окружающим, есть ли у тебя терпение и доброта. Все это в сумме даст тебе ответ. Без этих внутренних качеств думать о целой планете и населении Земли слишком рано. Начни с себя и окружающих тебя людей. Обрати внимание на природу вокруг тебя. По мере получения знаний ответы будут приходить к тебе знаками. Благодарю. Благодарю вас, Магда. И последний, 10-й вопрос, он к вам. Могу ли я научиться общаться с моим куратором напрямую? Это не так трудно, как ты думаешь. Конечно, ты можешь научиться. Я активирую твои энергии через свои руки. Сейчас ты можешь видеть потоки этих энергий. Они как лучи солнца. Немного с желтоватым, золотым оттенком. Сейчас ты наполнен этими энергиями. Энергия созвездия Лира активирована внутри тебя. Представляя и чувствуя ее, ты также можешь через свои руки соединяться со мной. Не забывай активировать Меркаву, которая защищает твои тонкие тела. Мое имя ты знаешь. Я слышу тебя. Постарайся и ты услышать. Начинай с самых коротких вопросов. Я отвечаю сразу и коротко. Если ты не слышишь мой ответ, постарайся уделить внимание знакам, которые вокруг тебя, слова, цифры, а также это может быть что-то извне, типа животных или птиц, какие-то фразы или действия. Например, ты попадаешь в какой-то момент туда, где идет информация. Это может быть детский мультфильм, но тебе идет ответ, который знаешь только ты. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Магда. У нас остались заключительные слова Станислава. Огромное спасибо за помощь моему куратору и команде Влада. Передаем вам эту благодарность. Мы уже обменялись благодарностью в этой комнате со Станиславом в виде лирианской энергии. Это самая приятная благодарность. Я также со своей стороны благодарю вас за эту встречу. Благодарю вас, Магда, за эти теплые слова, но мы еще не закончили. Позвольте вам объяснить. У нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция, которую уже знает на созвездии Лира. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. И мы просим куратора Магду принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту прекрасную встречу, за ее помощь и на добрые воспоминания. Ох, как неожиданно. Это очень приятно. И очень тепло. Я чувствую эти вибрации. Очень радостно. Благодарю вас. Во благо.
Мы не говорим «прощайте, уважаемая Магда». Возможно, на определенном этапе Станислав захочет встретиться со своим высшим «я». И мы в этом случае всегда приглашаем куратора на эту встречу и поднимаемся вместе. Если такой момент наступит, мы будем рады вас снова приветствовать в нашей комнате диагностики. Благодарю вас за это. Я лишь хочу добавить, что ваш подарок окутан ангельскими энергиями, а это всегда приятно. Благодарю. Замечательно. Передаем привет созвездию Лира. Приглашаем всех кураторов, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы и рады будем принять всех, до кого достучатся кураторы, и поможем им по мере наших сил. Буду рада забрать частичку энергии Арго. Пожалуйста. И распространить эту энергию. Благодарю вас, уважаемая Магда. Приятный напор. Какая приятная встреча была. До новых встреч. До новых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Станислав, мы закончили встречу с вашим куратором. Как вы ее оцените? Все поняли? Я сейчас в какой-то неге нахожусь. Какой-то полный экстаз. Счастье, радость и понимание, кто я. Моя суть внутри меня. Я благодарю вас за эту встречу. Во благо. Слезы наворачиваются на глаза. Во благо. Наш администратор перешлет вам после сеанса дальнейшие рекомендации. Кроме Меркабы, как сказал куратор, мы вам еще рекомендуем каждый день сбрасывать негатив. Как это делать, мы показывали в сеансе, выдавливая шар. Точно так же с заправкой энергии и поднятием вибрации. Если вы это будете делать, ни одна сущность не сможет. Я бы попросил переслать мне манифест. Я почувствовал огромную силу и вибрации от него. Манифест будет вам переслан автоматически. Благодарю. Хорошо. Будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Станислава в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.